Сегодня Самарский государственный аэрокосмический университет вновь вводит на орбиту станцию молодежного театра и юмора. Итак, МКС-2016. Поехали! МКС проводится уже второй год. Есть ли какие-то фишки, отличающие его от предыдущего? Да, конечно, каждый год универсален по-своему. И в этом году к нам приехал Сергей Нитиевский, который будет председателем члена жюри. И, соответственно, это наш главный сюрприз для участников и команд. Расскажите о вашей студенческой молодости. Студенческая молодость. Ну, я учился в Уральском политехническом институте, сейчас уже Уральский государственный федеральный университет. Помимо учебы занимались какой-то внеучебной работой, то есть там у нас и КВН, и СТЭМ были, и когда особенно, то есть в стройотрядах, то есть мы работали, коллектив очень сплоченный был, мы как бы проводили такие капустники между собой, между стройотрядами, и, в общем-то, на базе этого у нас и родилась потом команда КВН. Смотрю, все уже в сборе. Даже Тиевский здесь. А, не Тиевский. Обознался. Было ли у вас какое-то движение, конкурс, подобное МКС? Ну, фестиваль стемов был в том числе в Уральском политехническом институте. И, я говорю, на базе него, то есть было много и команд КВН, из которых потом родилась одна большая сборная. Вначале это была просто команда КВН, но ГТУ-УПИ, потом уже стали Уральские пельмени. Скажите, пожалуйста, что для вас МКС и где здесь связь со стемом? Ну, МКС для нас, не знаю, показатель какой-то, наверное. Вот каждый стем себя показывает, вот мы себя решили показать. Как вы понимаете, что шутка удалась? О, когда вот девочки кричат, мальчики рыдают, а тогда шутка удалась. И Нитиевский громко хлопает. Чем вы сюда пришли? Посмотреть. А что именно? Ну, вообще тут выступает мой родной стем, точнее, с моего родного факультета. Когда-то факультета, сейчас института. Аппендикс, поэтому я сегодня пришла немножко посмотреть на них. Держится ли прошлогодняя традиция? Традиция держится, раз этот фестиваль состоялся, значит, она держится. Конечно, сегодня было даже поплотнее, я думаю, то есть уже, в принципе, есть какие-то, видать, уроки извлекли, команды приехали, приехал коллектив, который был в том году, опять приятно нас удивил, и, ну, вообще было много сегодня смеха. Приезжают новые гости, сидят в жюри, и по заполняемости зала сегодня тоже было очень много стариков, так называемых мастодонтов стемовского движения нашего Самарского. А это значит, интерес все-таки возрастает, и зал поплотнее сегодня, я думаю, завтра еще больше будет. Вот и подошел к концу первый день молодежного конкурса эстрадных миниатюр. Был дан успешный старт, а впереди еще два дня с новыми героями и выступлениями. Полет продолжается. Ребята у меня очень хорошо развлекаются без меня и со мной. Вот. Ну и, собственно, ты понимаешь, собственно, ты все. Как бы, ну, я понял, да? Без проблем.